А вот в испанской Гвадалахаре горит завод по переработке отходов. Огонь угрожает целому городу. Спасатели начали эвакуировать жителей. Ранее это предприятие закрыли из-за несоблюдения норм безопасности. Там хранятся промышленные отходы, в том числе химические вещества. Сейчас специалисты мониторят уровень загрязнения воздуха. Показатели уже превышают допустимые нормы в несколько раз. Пожарным пока не удается взять ситуацию под контроль. Сейчас решается вопрос о привлечении авиации.